Всем привет! Сегодня будет тема по уходу за руками. Меня спрашивают, как я ухаживаю за руками, как избавляюсь от пятен, от темных пятен на руках. Я, как уже и говорила, что делаю один раз в неделю маски для лица. И в то же время эти маски наношу на руки полностью, вот до сюда. Вот так. У меня есть отдельный плейлист. Уход за собой, там все маски есть, которые я использую. Компоненты, которые я использую для масок, осветляют кожу, омолаживают, избавляют от пигментации. Это мед, рисовая мука, картофельный крахмал, сок лимона, имбирь, витамины, эфирные масла. Конечно, я все сразу не перемешиваю, я беру какие-то компоненты, там часть того-то и чередую их. Кому интересно, в плейлисте можете все посмотреть. Но, если вы не хотите заморачиваться с масками, просто у вас нет времени сидеть там 15-20 минут, замечательное средство – это имбирь. Я уже про него как-то рассказывала давненько, очень мне нравится. У меня постоянно он дома, как заканчивается, я сразу покупаю. Имбирь я не только использую для кожи рук, также на лицо использую. Еще я его принимаю и внутрь одновременно, очень нравится имбирь, укрепляет иммунитет. Я даже сейчас вот небольшой кусочек взяла и прям стакан измельчаю, кипятком заливаю, немножко настоится и пью. Можно сюда добавить дольку лимона, замечательно. Также имбирь сжигает жиры. А для рук как я использую? Беру небольшой кусочек, вот, например, вот столечко, даже чуть-чуть поменьше можно. Вот так. Кожицу можно снять, можно не снимать. Вот даже если имбирь хороший, сочный, вот в этой кожице много сока. Отрезала и прям на руки вот так вот наношу, на ногти. Укрепляет ногти и дает быстрый рост ногтям. Тима пришел с улицы, у нас сегодня дождик, я снимаю на даче видео. Побегает и просится домой. Так, ну продолжаем. Отвлечение небольшое. Даже вот немножко остается здесь такая корочка, можно ногтями вот так вот раз, раз, раз. Сок попадает. В имбире очень много витаминов, микроэлементов и эфирных масел. Работает как антисептик, мушка укусила. Начесала, да, помазала, и все, и зуд уменьшается, и ранка быстро заживляется. Даже воспаление снимает, тут какая-то шишечка появилась. Раз отрезали, небольшой кусочек помазали, и все, у меня вот здесь тоже на лице мошка укусила, я прям так соком смазываю, и воспаления уже нет, краснота быстро проходит, и не... зуда такого нет ощутимого. В имбире вот даже в маленьком таком кусочке предостаточно сока. Можно на терочке натереть на мелко. Я иногда так натираю, раз, не снимая кожицу. Но предварительно, конечно, я его ополаскиваю, потому что магазин продается прям в открытом виде, мало ли чего находится, на мелкой терочке. Запах имбиря очень нравится, такой эфирный. И вот смотрите, так выжимаешь, капает очень много сока. Можно через ситечко выжать. А я даже сок не отжимаю, а прям вот этой массой вот так на руки. Посмотрите, сколько много сока здесь. И причем я избавилась от пигментации именно вот в этих местах на руках. Здесь у меня чуть-чуть пятнышки появляются. Я потому что очень много загораю, люблю загар. Вот здесь были пятна сильные. Вот здесь вот высоко маска не достает, как-то не намазываю. А вот здесь делаю маски. И здесь ровный цвет кожи. Кто видео мои смотрит, кулинарные, у меня видно, что прям пятнышки сильные, как вот здесь вот промежутки, да? Вот здесь вот были заметные. Сейчас их нету. Все ровно коричневая, хотя кожа от загара. Поэтому... так. Ногти намазала. И не нужно смывать. Вот это вот все высыхает, просто стряхаете, и все, сок на руках остается.
идете по делам, на работу и все, он впитывается, и руки потом нежные, мягкие, как будто вы смазали каким-то хорошим кремом, и он увлажнил руки. Вот с первого раза сразу вы ощутите вот такую мягкость на руках после имбиря. Все, ну а когда вам нужно, просто помыли руки и все. Так что оставляется все это дело на ручках. Прекрасно. Вот вам, пожалуйста, отбеливающее, питающее и укрепляющее кожу средство. Замечательно. И еще, ну это я уже как бы руки натерла этим же средством на кожу лица наношу. У меня сейчас кожа чистая, без всякой косметики. Вот так. Но на кожу лица не надо часто наносить. Раз в неделю, либо среди недели там разочек. Пользуйтесь имбирем, раз намазали, и все прекрасно отбеливает. Какое-то пятно пигментное появилось, можно даже соком имбиря натереть и все оставить. И оно через некоторое время проходит. Но если сильное пятно пигментное, почаще, да, намазали не на все лицо, потому что он стимулирует рост волос. У кого проблема, если какие-то волоски на кожа лица, может, что они быстрее могут расти. Так что вот так. Вот и все. Вот такой замечательный имбирь. И внутрь, и снаружи применять его. Все, у меня уже кожа подсохла буквально за несколько секунд. Очень нежные руки становятся. Вы сразу ощутите. Вот посмотрите. Не знаю, ну, на вид-то, конечно, оно как бы не ощущение не передать. Очень хорошо. И такой запах приятный, эфирный. Ну, он потом улетучивается. Вот так руки выглядят замечательно. Так что пробуйте с имбирем, кому хочется все по-быстрому. Но опять же скажу, если у вас очень много пятен, да, маски будете делать, нужно регулярно, хотя бы раз в неделю маски делать для рук. Потому что сделали один раз, оставили там через месяц еще сделали. Конечно, результата не будет. Все требует регулярности. Если ухаживаете за собой, тогда уж ухаживайте как бы нормально. Не через месяц там повторили что-то процедуру. На руках от пятен темных имбирем можно избавиться. На руках можно почаще применять. Имбирь помазали и пошли делами заниматься. Сейчас я весь сок домажу. Уж много его тут. И заодно чай. У меня уже настыл. Тепленький такой. Приятный вкус. Острота. И такая, не знаю даже как объяснить. Вкусная вообще. Вот такой эффект. И польза, и иммунитет, и кожа красивая, здоровая, светлая. Вот так. Ухаживайте за собой. Желаю самого доброго, настроения хорошего, всех благ, чтобы все у вас было в жизни прекрасно. Пока-пока.